парад парадов был. И чувство было настолько и радостное, и ответственное. И, ну, все со мной шли, мои дорогие друзья. Я счастлив, что и Родину мне удалось защищать, и быть на параде Победы, и потом принести людям некоторые удовлетворения, потому что в 110 фильмах я снялся. Сейчас говорят, что возвратиться, да нельзя возвращаться никогда куда-то. Вот взять что-то хорошее можно и дальше идти и развивать хорошее. Надо объединиться, чтобы, так сказать, все люди, и пожилые, и средних возрастов, чтобы они научили молодежь, как в едином государстве жить не только можно, но и нужно, и счастливо жить. Сижу в седле я тверд и прям, просолютую эсподроном, как будто вовсе не был пьян. Что нам между собой делить? Помогать надо друг другу, да? И тогда, когда человек займется помощью взаимной, тогда и будет, естественно, мир.